Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас будет небольшой ремонт мопеда Riga 13. На двигателях серии D бывает такая неисправность. Вы его начинаете запускать, а сцепление проскальзывает. Обычно это бывает из-за того, что туда попадает масло. Сейчас мы открутим крышку сцепления. Когда я открыл крышку, оттуда вытекло немного масла. Теперь нам необходимо вытереть сцепление. Также внутреннюю поверхность крышки. В каком-то старом журнале моделист-конструктор даже был по этому поводу совет. В картере под сцеплением сверлилось отверстие, чтобы масло, попадающее туда, вытекало. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Был Михаил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока!